Кеш жарық, құрметті әріптестер. Вначале я хотел зачитать указ президента Республики Казахстан. Назначить Сагентаева Бахытжана Абдировича министром экономического развития и торговли, освободив от должности акима Павлодарской области. Президент Республики Казахстан. Бахытжан Абдирович по поручению главы государства, я считаю, успешно работал на должности акима Павлодарской области. Нәтижелер жақсы екен. Я думаю, что все те поручения, которые были поставлены, они исполнены. Несмотря на тот, в общем-то, тяжелый период, кризисный период, который проходили, я вот вспоминаю, когда вас только глава государства представил, вот я одна из первых поездок, все Богатырь стоит, уголь не отгружается. Это я даже вот лица сегодня видел, знакомые. А теперь, наверное, в очереди, да, за углем стоят. Крупные предприятия индустриальные были открыты. Да и практически все программы по водоснабжению выполнялись на должном уровне. Я думаю, что глава государства правильно оценил успехи и принял такое решение назначить вас министром. Причем не простого министерства, а ключевого, который в целом отвечает за экономическое развитие всей страны. Поэтому, Бахытжан Абдирович, я хотел вас поблагодарить за работу здесь. И я уверен, что на любом участке, где бы вы ни работали, куда бы вас глава государства не поставил, вы также успешно будете решать все поставленные перед вами задачи. Еще раз поздравляю. Спасибо. Құрметті, ардақты, ағайын, жерлестер. Мына тағы да бір үлкен белеске шыққандай болып отырмын. Бүгін алдарыңызда осы трибунаға шығып, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тағы да үлкен сеніміне ие болып отырмын. Сіздердің алдарыңызда, конкурс сіздің алдыңызда тұрып, олай айталамын. Барлық көрсетілген сенімнің бәрін ойдағыдай орындап шығамын. Барлық өзімнің күш-жігерімді жинаған тәжірибемнің бәрін осы салаға жіберіп, тек қана содан жұмыстан тек қана бір шешім, оң шешім шығатындайға кірсем деп ойлаймын. Дұрыс айттыңыз, оңай уақытта жұмыс жасағанымыз жоқпыз. Экономикамыз ілгерілді, Павлодар облысының өркені кеңінен жайылды. Оның бәріне осы отырған актив, осындағы келмеген басқа да қызметтегі азаматтардың бәрі бірге бір кісіде атсалысып, бірге жеткен жетістігіміз. Сол себептен де сіздердің баршаларыңызға рахметімді білдіремін. Бұл ғана бір менің жемісім емес. Мына оңтүстіктен келген бала деп өгейсітпей, өздеріңіздің туа біткен баласындай өзіңіздің тумамыз деп бауырларыңызға басып жоғары көтердіңіздер. Ол ешқашан ұмытылмайды. Сол себептен де сіздерге мына барша Павлодар жұртшылығына алдарыңызда тұрып басымды иіп рахметімді айтқым келеді. Волнительный момент для меня очередной раз наступает, потому что, помните, 30 сентября 2008 года я также стоял перед вами, волновался сильно, получил высокое доверие главы государства, тем более Нурсултан Абишевич сам приехал представлять и сильно переживал, сильно волновался, не знал, как дальше все это произойдет. Но за эти годы, я думаю, что мы с вами неплохо поработали. Те годы, которые мы с вами вместе провели, они у меня, в моем сердце, останутся навсегда. Павлодар у меня в сердце всегда. Я думаю, что вот те задачи, которые стоят перед нами, мы теперь уже сообща и Павлодарская область, и Министерство экономического развития и торговли будем решать вместе. Я желаю вам всем благополучия, всем крепкого здоровья, чтобы мы провели приграничный форум на самом высоком уровне, и чтоб Иртыш наконец-то стал чемпионом страны. Казахстан, Республика Сынын президенті жарлық. Ерлан Мұхтар Улы Арын Павлодар облысының әкімі болып тағайындалсын. Казахстан, Республика Сынын президенті Нұрсұлтан Назарбаев.
Ну, я думаю, что представлять не надо, вы его хорошо знаете. Он больше 10 лет работает уже в Павлодаре. И вот то решение, которое глава государства принял, оно именно вот уважение к павлодарцам, уважение, что человек здесь место, который не понаслышке, он знает нужды, чаяния, каждый кусочек за все эти 10 лет. И вот мне Бахаджан Абьерович сейчас рассказывал, что в подготовке многих программ, осуществлении, проработке как раз Ирлан Мухтарович принимал участие, поэтому я его поздравляю. Құрметті Кәрім Қажықанұлы, енді осы бүкіл халықтың тілегіне қосыла отырып, өзіңізді жаңадан елбасының сенім атқарып отырып, үкіметті басқарып отырғаныңызға шын жүректен құттықтаймын. Енді толыққанды игі істердің басында өзіңіз тұрсыз. Сондықтан осы біздің Керікубаян аймағы, Павлодар облысы осындай үлкен күрделі игі істердің ортасында болуға әрдайым өзім толығымен күшімді салып жұмыс істейтіні күмәнім жоқ. Екіншіден, әрине, елбасымыздың сенім білдіріп отқаны үшін шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Сенім ақтап толығымен өзімізді, білімімізді, абыройымызды осы жұмыста толығымен атқарамыз деп сөзімді айтқым келеді. Уважаемый павлодарцы, уважаемый Кәрім Қажықанович, уважаемый Бахаджан Абьерович, конечно, это очень ответственный для меня день. Я хотел одним словом сказать, что высокая ответственность, которую я приложу все свои знания, усилия, опыт работы для оправдания доверия, которое оказал мне глава государства, назначить на должность акима нашей области. Область передовая, крупная, задачи стоят перед ней большие. И я уверен, что все мы вместе, весь регион, все предприятия приложат максимальные усилия, чтобы реализовать задачи, поставленные во всех программах, и национальных, и региональных, которые перед нами стоят на эти годы. Я искренне признателен Бахаджану Абьеровичу, как гражданин нашей области, житель области, за тот большой труд, который он выполнил за эти годы. Значительный социально-экономический рост, изменение многих показателей в лучшую сторону, качественный рост объемов и бюджетных доходов и расходов, выполнение новых социальных программ, это проблемы занятости, трудоустройства. Вы прекрасно знаете, открытие новых предприятий, рабочих мест. Весь этот контент, который сегодня фактически дает возможность говорить о регионе, как регионе, имеющем перспективу своего развития. Поэтому, Бахаджан Абьерович, на новом должности в команде Нурсултана Абишевича Назарбаева хочется пожелать больших успехов. И только что вы сами сказали, я хочу от имени, наверное, общины сказать, что Павлодарская область вас считает своим. Спасибо. Кеше ғана 20 жылдығымызды тойлап, одан кейін үлкен оқиға болды, сайлау өткіздік. Енді кішкене оқ деп былай можно было бы расслабиться. Нет, президент думает о выполнении грандиозных задач, которые стоят перед нашей страной. Одной из методов, как это выполнять, конечно, является расстановка кадров. Кому где что поручить, кому довериться. В этом плане чувство радости и горечи у нас у многих павлодарцев рядом. Ну, например, мы рады искренне, что президент доверил пост главы правительства, должность премьер-министра, не чужому для нас человеку, который для нас не чужой, и земля павлодарская для него не чужая. А где же горечь? Горечь в том, что от нас забирают нашего акима. Я это говорю честное слово. За это короткое время, что он проработал в нашей области, его усилиями, его талантом как организатора было сделано много на благо нашей области, на благо нашей страны. Поэтому, конечно, что его забирают для нас тяжело, но в то же время нас успокаивает, что президент знает, кого куда расставить, в какое время. Может быть, вот именно сегодня, вот в это время, на той должности, куда его ставят, именно нужен такой человек, как Бахаджан Абьерович.
Сондықтан, поэтому, выражая слова благодарности за ваш труд, который вы про нас провели здесь, мы желаем искренне на новом месте вам больших успехов. Ерлан Мухтарович, мы рады. Это наш павлодарский человек, который на посту ректора института сделал для области, для его образования, для науки громадное дело. И на этом посту я тоже надеюсь, и мы надеемся, особенно ветераны, все трудящиеся, что Ерлан Мухтарович приложит все силы и оправдает это надежды. Успехов вам в благотворной работе. Құрметті халайық, бүгін біздің облысымызда керемет есте қалатын тарихи жағдай болып отыр. Оған себеп болған біздің қымбатты туысымыз Кәрім Қажымұханұлының осы біздің жерімізге келуі. Және жай емес, жақсы бір іспен, жақсы бір адамның көңілінен шығатын жағдайлармен келіп отыр. Сондықтан да сізге біз ризамыз. Келген аяғыңыз құтты болсын. Әкелген жақсылығыңыз, егістеріңіз іске асатын болсын. Сізге зор денсаулық, игілікті істеріңіздің жемісін көріңіз келеді біздер. Екіншіден, жаңа қабаң айтып кетті, бір жағынан толғанып та тұрмын, қимай. Бір жағынан қуанып та тұрмын, ана ретінде. Бақытжан Әбдіретшіке мың алғысымды айтқым келеді. Өзі жап-жас болып келгенде, бізге үш жарым жылдай ғана жаңа күнінде айтып кетті Диярбек Болатович. Бәріміз ойлап едік, қалай болар екен, ояқтан келген адам деп. Құдайға шүкір, өзіміздің туған баламыздай, өз ортамызды өсіп жетілгендей, зор білімі, адамгершілігі, үлкендерге деген құрметі, жастарға деген қамқорлығы, аналарға деген ерекше бір не деп айтайын, ұрпақтық парызы жарқыраған мөлдіреген көзінен де, жылы жүзінен де, істеген істерінен де біз бәрін көрдік. Сондықтан да айналайын, баламыздай жанымсың, бағың жансың. Еңбегіңді бағалап еліміз, президенттің өзі алақанға салып бізге таныстырып еді. Біз өзіміз бүкіл ассамблея боп керемет қарсы алып едік. Міне сол қуанышпен өзіңді аттандыруға міне келіп тұрым мен. Сондықтан да адал еңбегіңізді бағалаған үкіметке рахмет. Еңбегіңізді халықтың алдында паш еткен президентіңізге рахмет. Міне ел басының жолдауын екетпей іске асыратын болса азаматтар, ауылда, ауданда, қалада, облыста, республика көлемінде бізден мықты, бізден күшті мемлекет еш уақытта болмайды. Оған бізде барлық мүмкіндіктер бар. Кәрім Қажымұханұлы, осы кереку баянның өңірі, сіздің алдағы уақытта да мерейіңіз төм болып, Алла тағала бағыңызды жандырып, жұлдызыңызды биіктен көріп, сіздің барлық жақсылықтарыңызды біз естуге, көруге, соның рахатын біздің ұрпағымыз көруге Алла нәсіп етсін. Енді бұндай жақсы көңілмен мен Ерланға да құттықтағым келіп тұр жаным. Баламдай жансың. Міне жас болсаң да осы Павлодарға келгелі ұлтымыздың тілін, оның дінін, оның мәдениетін, оның шежіресін, жастарға деген адамгершілік тәрбиеңмен қатар білімді, ғылымды бәрін насихаттаған азамат, ол ел басқаратын азамат. Сондықтан да міне осы әкімдік қызметінде соны енді тек қана ғылыммен емес, енді техникамен, ауыл шаруашылығымен, халықтың әлеуметтік тұрмысымен, үлкендерге деген құрметпен, жастарға деген ізетті өзіңізден тілейміз жаным. Ол бойыңызда бар сіздің. Соны тек халықтың игілігі үшін жұмсауға ниет етсін. Уважаемые друзья, назначения проходят, они уходят, а жизнь людей, она остается. И люди, работающие в областях, они с каждым новым назначением, они ждут еще дополнительных улучшений в своей жизни, еще дополнительных изменений. И ну, вам еще надо вникнуть сейчас уже через новую призму с этой работой. Несколько
таких первых поручений, которые я хотел бы вам дать, на которые следует обратить внимание. На первое место среди всего я бы хотел бы поставить перед вами вопрос, связанный с занятостью. То есть вопрос работы у человека, он должен стоять на первом месте. То есть вот так, как у нас была дорожная карта в 2009-2010 году, которая очень много дала и очень много можно было подтянуть каких-то слабых мест, которые у нас были. Сейчас новая программа занятости, которая в 2011 году работала в пилотном режиме, теперь она в полную часть выходит. Значит, на это нужно внимательно смотреть. И глава государства сегодня говорил в парламенте, когда поднимался вопрос, что, к сожалению, ситуация на мировых рынках, ну вы как экономист это понимаете, она далека от идеальной, и ни у одной страны в мире иммунитета против этого предстоящей второй волны кризиса, в принципе, нет. Поэтому нам адекватно нужно реагировать на все эти вопросы. Бахриджан Андреевич, вот вам как министру экономики это предстоит, это в целом на ваши плечи ляжет, а вам это на месте. То есть обеспечение работы. Ну, мы помним, как, что такое, когда могут потенциально там спрос на некоторые товары сокращаться, в принципе, и тогда нам нужно какие-то альтернативные точки по занятости населения. Это задача номер один, которая по большому счету стоит. Ну и то, что вот у вас там детские сады, школы и все прочие программы, которые у нас есть, они должны продолжаться, ну и ситуацию чтобы в целом контролировать. Я хотел вам пожелать успехов на нашем новом месте, Бахриджан Андреевич. Ну, мы еще с вами более подробно о новых местах поговорим. Вот я Бахриджану Андреевичу отдельно хотел большое спасибо сказать, как бы по личному вопросу. Он помог мне до конца раскопать Нагаши Журт Турале. За это вам отдельное спасибо. Все, всем успехов за работу.